Итак, всем привет. Вот что у нас висит здесь. Почему-то место подъезда повесили вот здесь. Уважаемые автомобилисты, 26 октября с 10 до 5 будет производиться валка сухостойных деревьев. Просьба не парковаться автомобили на расстоянии ближе 15 метров. А куда люди, где будут машину ставить? Надо не здесь вешать, потому что здесь не могут не все прочитать. Вот, надо было подойти к подъезду. У подъезда есть специальный стенд. Сейчас покажу, подойду. Покажу вам стенд. Да, сейчас покажу вам стенд и расскажу, почему они сюда повесили, а не туда. Вот у нас есть вот такой стенд. Да-да, информационный стенд, куда можно было повесить ту самую бумажку с надписью, что на парковочное место не ставить машину, потому что завтра будут деревья пилить. Люди это не понимают. Взяли туда, потому что у нас половина людей могут... Кто-то может подойти посмотреть, кому интересно, а кому-то нет. Я, наверное, думаю, они по всему Яне так расклеили, где есть парковочные места. Почему они это делают, я не знаю. Вот сюда можно было взять и приклеить сюда вот это объявление. Они почему-то приклеили, повесили вон туда, тому к дереву. Вон у того дерева есть эта надпись. А почему-то они повесили не к парадке это сделали, вот сюда на стенд, а именно туда. Вот у нас такие работники ЖК лохи, короче говоря. Ладно, всем удачи и пока-пока.